Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. Сегодня мы продолжаем играть в игру Воришка Боб. Давайте посмотрим, ребята, как нашему воришке Бобу приходится отрабатывать свое освобождение из тюрьмы. Ну что, поехали! Посмотрите, это очередной дом нашего Боба. Ого! Так, ничего себе, какой он огромный! Да, здесь будет немножечко посложнее, чем в предыдущем доме. Ребята, а вы смотрели предыдущую серию? Если нет, то обязательно посмотрите! Очень клевая и прикольная серия! Смотрите, так, они уже пробрались в комнату. Ой, по-моему, здесь кто-то есть. Осторожнее. Отлично. Наполняем мешок. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это да. Еле успели спрятаться. Так, чуть-чуть нас не заметили. Ничего себе. Кстати, ребята, я вам хочу сказать, что грабить и воровать — это, конечно же, очень плохо. И я вас к этому ни в коем случае не призываю. Мы просто вместе с вами играем в очень прикольную игру. Так, отлично. Мы уже выполнили задание, осталось нам совсем немного. Осталось теперь выйти из этого дома. Посмотрите, этот чечек возвращается. Ой, ой, видимо, он что-то забыл. Вернулся обратно. Так, ну, в принципе, что же нам делать? Подождать или... Ну, давайте, наверное, подождем. Вот, он идет снова. Так... Отлично. Ой, посмотрите, он еще смотрит в окно. Так, он думает, почему же открыта дверь? Я же ее закрывал. Так, главное, чтобы он не закрыл двери. Ой, закрылась дверь. По-моему, нам нужно валить. Быстрее. Убегаем. Он что-то слышит, он слышит наши шаги. А мы, в принципе, уже... Да, мы уже в коридоре, и мы уже доходим. Вот они, двери. Есть, ребятки, удалось пройти этот дом и выполнить задание. Круто, посмотрите, мы остались даже незамеченными. У нас хватило времени, и у нас полный мешок всякой всячины, которая нам очень нужна. Ну что, поехали дальше. У нас следующий дом. Посмотрим, каким он будет на этот раз. Я думаю... В принципе, наверное, не очень большим, хотя все может быть. Ну что, вперед! Так, у нашего Боба, кстати, посмотрите, какой клевый прикид, ребятки. А кому нравится его прикид, ставьте лайк. Он работает даже в белых перчатках. Ничего себе! Ну вот это профессионал. Так, куда же нам идти? Первую, вторую дверь, первую, вторую. Ну, пойдемте-ка попробуем, наверное, в первую. Хотя... Давайте подумаем. Да-да. А мы сделаем-ка вот так, ребята. Так, посмотрите, мы отвлекли его внимание. Теперь можно заходить во вторую. И быстро делать то, что нам нужно. Ой, наверное, сейчас нам нужно вернуться. Так, есть. В принципе, я думаю, все могло бы пойти неплохо. Так что мы сделаем, наверное, вот так, ребята. Мы сначала откроем вторую дверь. Готово. Вот. Отличная работа. Идем дальше. Смотрите, мы даже остались незамеченными. Как круто работает наш воришка. Отлично. Так. Куда же нам дальше? Ага, вот нам указывают стрелочки, где наш сейф. Так, вернее, не сейф, а чемоданчик, наш золотой чемоданчик. Интересно, здесь никого нету? Ой, есть. Так, я вижу, кто-то здесь топчется. О-о, по-моему, нас немного услышали. Так, Боб, назад. Отлично, постоим пока возле... Ой, какая-то бабушка ходит. Старенькая бабушка. Так, думаю, ее мы обойдем с легкостью. Так, она снова кого-то услышала. Так. Попробуем спрятаться вот здесь. Да, в этой комнате. Мы, кстати, в нужной нам комнате. Нам удалось в нее пробраться. Так, отлично. Ух ты. Есть. Так. Чего она здесь ходит возле этой двери? Давай. Бабулечка, продвигайся дальше.
чтобы мы тебя ненароком ничем не задели. Ну что, ребята, отлично, дело сделано, нам осталось найти выход. Так, а нам нужно пробраться снова через этого чувачка. Как же нам через него пробраться? Так. Ага, может быть, нам как-то его обмануть? А, здесь тоже, в принципе, две двери. Так, а в какой же он пойдет? А, вот он услышал. Так, 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 обходим, обходим. Так, есть, 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 бежим, бегом, бегом, бегом. Ура, 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 ура. Все, вот выход. Замечательно, все круто прошло. Ну что, ребят, мы снова незамеченные. У нас отлично времени и у нас полный мешок драгоценностей. Круто. Ребятки, кому нравится, как мы проходим эти задания, обязательно ставьте лайк. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал. На нашем канале очень много интересных для вас видео, ребята. Вау, супергерой, ничего себе. Ребят, как вам новый костюм нашего Боба? Пишите мне в комментариях, кому он понравился. Вау, вот это да, вы видели, как он умеет. Вот это скорость. Круто, настоящий супергерой. Так, отлично, мы уже выполнили несколько заданий, но самое главное, ребята, у нас в другой комнате. Так, какая-то девушка, ты что встала здесь? Давай, проходи, проходи, не мешай нам, ты видишь, супергерой работает. Так, ключик, мы взяли ключик. Так, а где же дверь? Ключик-то у нас есть, где нам еще найти дверь? И долго она здесь будет стоять? А, нет, все, уходит, уходит. Отлично. Ой, какая дама. Ничего себе. Так, есть. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас она вернется. И мы попробуем обойти эту дверь. Все, дверь закрыта. Можно нам проходить. Ого, вот эта скорость. А, вот зачем нам нужен был ключ. Открываем дверьку. И мы в нужной нам комнате. Хм, какое быстрое задание. Ой, посмотрите, какой классный лежит бекончик на тарелочке. Вот бы его скушать. Какая же я голодненькая. Боб, может быть, все-таки попробуем немножечко. Ну, хотя бы маленький кусочек. Отлично. Мы его забрали. А бабушка старенькая, наверное, немножечко глуховатенькая. Нас не услышала. Ну что, в принципе, задание выполнено. А, нам нужно пройти через кухню, чтобы выйти. Давай, давай, бабулечка, проходи, проходи мимо. Вот так мы умеем, вот так вот. Классно. Ой, как мне понравился этот костюм. Ой, а что, мы не собрали полный мешок? Не может этого быть. Что же мы не успели собрать? Так, вот это да. Ну, в принципе, ребята, мы можем перейти на следующее задание. Главное задание мы выполнили. И переходим на следующее. Вау! Снова новый костюм? Хм, вот это да! А что же это за костюм? Какой-то костюм ниндзя? Ничего себе! Так, интересно, а что же наш Боб умеет в этом костюме? Очень хочется посмотреть. Так, Боб, ну что? Может быть, покажем ребятам, что мы умеем? Так, кстати, здесь кто-то топчется, только я его чего-то не наблюдаю. Вот он идет. И кто же это? Наверное, тоже старенькая бабушка. А нет, это какой-то здесь охранник в доме. А может быть, в принципе, маленький какой-то чел, который здесь живет. Так, мы зашли, отлично. Давайте продвинемся в эту комнату. Все, собираем полный мешочек. С драгоценностями всякими. Какой-то взяли клубочек, не пойму, зачем нам клубочек с нитками. Ну, может быть, зачем-то и пригодятся нам нитки. А вдруг наш Боб где-то там потеряется в лесу или там что-нибудь, ну, типа такого. И бросит клубочек и найдет выход. Так, осторожнее. Так, по-моему, нас чуть не заметили. Ой, посмотрите, нам нужен ключ. Где нам его найти? По-моему, мы его еще не подобрали, ребят, правда? Ну, сейчас я попробую его найти. Вот, посмотрите, где ключ. Отлично, есть ключик, есть. Ну, можно возвращаться и открывать двери. Ого, мы уже почти заполнили мешочек, ребятки. Это очень хорошо. Так, здесь мы немножечко, наверное, подождем. Так, кто же здесь ходит? Где ты, где ты? Вот он идет, смотрите, краснеют точечки. Сейчас он уже близко, будем ждать, пока он уйдет с этого места. Давай, 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 немножечко он постоит здесь, подумает, помечтает, все, уходит.
В принципе, можно выходить. Отлично. Открываем дверь. Ключ у нас уже есть. Все, ребятки. Ура, мы выполнили задание. Можно выдвигаться из этой комнаты. Ага, чтобы выйти, ребята, из этого дома, нам, наверное, нужно пройти вот этого, посмотрите, огромного охранника. Ого, какие у него ручища. Так, а как же нам его обмануть? Я даже не знаю, ребята. Давайте подумаем. В принципе, если мы выйдем сейчас, он же нас, конечно, заметит. Так, а что же нам делать? А может быть, пройти нам через соседнюю комнату? Ребята, не знаю, не знаю. Сейчас я подумаю. Ну, давайте, наверное, попробуем выйти и пройти через вот эту вот комнату. Может, где-то есть какие-то подсказки или, может быть, двери еще и запасные. А вот есть дверь, посмотрите. А, отлично, какие мы догадливые. А, есть! А, нам нужно было забрать еще одну какую-то вещь ценную. Ну что, в принципе, все, да? Тогда возвращаемся уже через входные двери, куда мы, в принципе, и пришли. Так, сейчас мы пропустим этого чела. Так, давай, давай, давай. Ой, ему еще нужно постоять, подумать, как всегда. Так, может быть, пойдем за ним? Попробуем сейчас. Так, так, потихоньку, потихоньку, не спеша. Давай, 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 Боб. Спрячемся-ка мы вот здесь. Есть, закроем дверки за собой, чтобы никаких подозрений не подавать. Есть, отлично. Все получается. А осталось только выйти. Все, ребята, отлично. Есть, выполнили. Фух, мы наконец-то это задание. Я думаю, оно было для нас не очень сложным, но, в принципе, и не самым легким. Так что очень круто. Вот наш следующий дом, ребята. Думаю, он тоже будет очень огромным. В принципе, можем посмотреть. Давайте посмотрим. Не знаю, успею я его пройти или нет, ребята. Давайте попробуем. Итак, вот в спальне нужная нам комната, ребята. Это спальня. И, наверное, этот дом будет не совсем легким. Ребятки, ну, об этом вы узнаете, скорее всего, в следующей нашей серии. На сегодня у нас время заканчивается. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!